Всем привет, народ! С вами Алекс Фреш и Механик. Всем привет, дорогие друзья! И чё дальше? Мы продолжаем играть в The Crew. И едем сегодня куда-то в это. Мы куда едем, мы едем? К деду в деревню сегодня. Выпал снежок. Не знаю, правда, он, по-моему, таять начал. Слушай, а у тебя что, эскалейт новый, что ли? Да. Жирный. Обалдеть, такие светодиодные фары сзади огромные, просто до потолка. А эту и другие игры вы можете купить в моем магазине игр Alex Store. Ссылка в описании. Кстати, а по-моему, не должны быть такие. Ну, это комплектация Luxury Life. LTZ какая-то комплектация. А у меня пикап Silverado, чисто такой работяга, так его назовем. Итак, друзья, у нас сегодня РПшка. В The Crew мы едем, стартуем. Приятного просмотра. Не забудьте поставить лайки. Кофе, бутербродами. Бутерброды, печенье. Да, и обязательно подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Направо. Окей. А сейчас у тебя есть 3 секунды, чтобы подписаться на канал. 1, 2, 3. Успел? Красавчик. Так вот, едем. В общем, как мы посмотрели, туда нормальной дороги сейчас нет, она перекрыта, поэтому мы будем ехать по грунтовке. Да, из-за снегопадов там. Да, должны нормально добраться, все-таки у нас пикап, внедорожник. А ехать сколько километров нам ехать? 15. 15, ну вроде недалеко. Но там еще, блин, налево. Там жесткий маршрут будет. Налево? Налево сейчас. Нифига, слушай, это Белый дом, что ли? Ну, походу, это же Salt Lake City. Мы находимся в городе Соленых Озер. Ну что он не едет? Вообще не едет. Я в пол жму 80 с трудом разогнался. Так передачу переключи. Я на 6 еду. А, да? Ну, кстати, накат хороший. Газ бросил, короче, он катится. Квартала 2 прокатился, скорость всего там на 3 км в час упала. А хочешь прикол? Давай. У меня максимальная передача 4. Как у меня. Ты сказал, ты на 6 ехал. Не, ну да, я имею в виду, как на моей машине. А, ну на моей так же. На Жигуле у меня 5 передач. А тут 4. Ох, ох, пошел, пошел, смотри, пошел. В пол, в пол. Я тоже в пол надавишь. Только ты если будешь обгонять, ты говори. Да тебя догнать надо еще, ты ушел так далеко, что я не... Куда? Куда ты? Аккуратней, дядь, ты чуть Краун Викторию не снес. Слушай, я не могу поддерживать твой темп. Очень быстро ты... Ах, ё-моё, чуть не в лук пишелся. Подрезал чувака, нормально. Ты очень далеко уехал, я тебя не догоню. Да я еду 85. Я не едет столько. Едь на 3. Попробуй по обочине тут пройти. Где ты? Я тебя вообще не вижу уже. Потихоньку ползу. Сейчас а перекресток, где ты? Наверное. Где я вижу? Ты догоняй, я тут где-то. Ой, что я нажал? О! Так ты притормози, я тебя не вижу. Да 60 еду уже. Я вот слышу тебя. Впереди? Да, он медведь, смотри, смотрит на меня. Рыжий. Как обогнал. Женек. Женька уже нету. Ох, поворот крутой. Нифига ну, тебе нет, следы остаются, будто нет. У тебя там загружено 5 тонн кукурузы. Мне пикап какой-то. Просто тяжелый. Я песок пикап мастер. Я вожу песок, который сыпется из меня. Нагружаю его в кузов и постепенно набрал целый. Все, пошел. А если загрузить кузов песка и дубасить по трассе, за какое время он вылетит с пикапа? Типа потоком ветра. Он вылетит. Ну сухой какой-нибудь туда, сушеный. Не вылетит. Не то, будет его дорогу выгонять? Нет, а там же кабина, она будет это вот, ну как обтекатель работать. Думаешь, не будет завихрения вот этого и бросать? Нет, ты так уже делал? Нет. Но мне кажется, что не будет. А, ну ладно. Нифига тут красиво. Да, красота пошла в хату. Пейзажи, так сказать, пошли. Пейзажи. Слушай, тут такие серпантины. Не, ну пейзажи красота. Пейзажи? Песня. Слышь, что-то тут это, подтаивает, пейзажи. Малеха. Пейзаж твой. Слушай, тут на второй, блин, приходится в подъем выходить. Что-то у меня 6-я не вытянула на подъем. Я тебе говорю, я на второй еду. Заглохло тупо. Да ладно. Серьезно, просто раз и остановился.
Я чуть встречку сейчас не опрокинул. Короче, на пятой трогается, едет, на шестой не может раскрутить. Не, пятая тоже не может. Лосось пробежал. Лосось? Огромный такой, рогатый. Рогатый. Ты а куда там мы едем? Едешь? Ты хоть рассказал, куда мы едем? Дальше. Дальше? Мы едем к деду в деревню. Дальше. А снег что-то растаял, слышишь? Мы выехали, снежено было, красиво. Это глобальное потепление. Таяние ледников уже началось прямо на ваших экранах, без смс и регистрации. Да. Так тебя что, подождать? Ссылка на донат в описании. Тебя подождать донат? Я еду потихоньку. Ой, я тебя вижу. Я тебя тоже по навигатору увидел. Слушай, ну красиво, мы куда спускаемся куда-то? Ой, мама. Ой, мама, щеки дым сейчас будет. Ой, нет, мама, щеки дым, блин, я впритык вписался. Я на 140 прошел. Встречка, встречка, прошел. Босс. Это что было сейчас? Фура по встречке даже поехал. Я тебя влупил, чё бы. Слушай, капец, я эту тачку встречку снес. А у меня ты обошел, красиво. Да? А у меня зацепил ее, короче. Ну прям бочком пролетел там. Давай, об этот, обпереживай меня. Ты я вот в пол нажал. Сейчас я шестую включу и обгоню тебя. Ну-ну, я на третий. У, пошел, раздупляется двигатель. Слушай, но у меня работает, звучит как борло. 3000 оборотов у меня. Или у меня как нет. Горло. У меня скромно звучит. Давай сделаем этот, выхлопную систему горло назовем. В гаражах будем делать. Возьмем вот эти явовские глушители от мотоцикла Ява. Будем их по 3 штуки соединять сразу. И они нормально пердеть будут. И бидон вот этот, алюминиевый бидон из бани. Да, поворот направо, вот тут, на грунтовку. Хорошо. Жду тебя на повороте. Да я тебя увидел, можешь ехать потихоньку. А я быстро-то и не могу ехать. Вот тут начинается наша стихия. Это моя стихия. Вот тут вот тачка моя как раз себя будет чувствовать как дома. Слушай, ну звучит нормально так. Бур-бур-бур-бур-бур. Это у тебя так звучит, у меня-то нет такого звука. Лиса на тебя напала, Коля. Не, нет, я объехал. А где ты? Сзади. Еду по дороге тут. Успеваешь или подождать? Успеваю. У меня какие-то пропуски зажигания, походу. Оно что-то... Вот я вот. Тебя просто даже не вижу тебя на карте. А я иногда где-то... вижу там красный этот. Давай я подожду тебя. То затеряешься где-нибудь в лесах, так сказать, Амазонии. Капец у него звук. Кстати, звучит как этот, как Кадиллак из Underground 2. А я думал, ты скажешь, как Кадиллак Эскалейд. Ну там тоже был Эскалейд. Вот тут дом, тут живет бабушка, а дед дальше живет. Они просто развелись и живут в разных домах. Олень напал. Нифига ты пролетаешь, гонщик. Вот я сейчас еду на третью, у меня скорость падает. А газ в пол нажат. У меня третья крутится. Вот на второй. Да не пойму, нафига вот, если крутится до 5000, зачем разметка до 9000 здесь? Ну, потому что спидометр стандартный какие-то. А, ну ладно. Тут лосось побежал. Два лосося. Точно, я тоже видел. Лас. О боже, это что такое было сейчас? Вот это болгарку кто-то включил? У меня проблемы. На третьей он сбавляет скорость, а на второй уже отсечка. Понимаешь? Странная фигня. Вообще, это Сильверадо, Шевролет, GM, как говорится. GM головного мозга. GM. GM. Не, в головном мозгу GM. Слушай, ну сотку идем по грунтовке вообще спокойно, да? Да, вообще спокойно иду. У меня, кстати, этот... Мы, может, приехали уже? У меня маршрут давно кончился. Да, надо... Ты шо? Я только сейчас обратил на это внимание. Так увлекся поездкой. Какой кончился? Мы еще не доехали. Нет, а дальше нет у меня. Не, ну, проложи заново. Окей. Есть? А, вот сейчас увижу. Да, сейчас увидел. Капец, тебя, может быть, ты меня... короткий просто. У меня, да, короткий, в принципе. И маршрут тоже был короткий. Маршрут тоже короткий.
Слушай, вот давай со старта стартанем по грунту чисто здесь. Давай, с какой, четвертой? Нет, с первой зачем? Слушай, давай хоть повернем, что ли? Да, я сейчас. Повернем, вот и попробуем с первой стартануть. Просто интересно, насколько ты уедешь от меня? Вот, как раз в горку, отлично. Вот здесь тормози. Да, оп. С первой расшлифовываем. Ты что там толком расшлифовываешь? Так, я готов. Звучит тут хорошо. Давай. Ровно стоим. Давай. А что у тебя за этот Racer Edge какой-то? Ну это по службе работает. Да, работаю. Нормально. Готов? Да. Читай. 3, 2, 1. Так, давай со второй, а ты с первой. Это я ехал в пол, если... Так, давай. 3, 2, 1. Че дальше шлифуешь? Ну я еще раз. Так. Мне так, ладно, заранее. Давай с третьей. Так, 3, 2, 1. О, я на третьей еду. Нифига у тебя гонка. Вообще ушел, как отстоял. Пикап-пушка просто. Петрушка. Друзья, покупайте пикапы. Вот хотя это не он надо. Гонит. Три, ушел. Слушай, а что за следы от тебя? Какие-то будто щебенка летит или дождь летит с тебя какой-то. Это грязь. Нифига ты в поворот тут вылетаешь. Ты гонщик, что ли? А ты видел, что на борту написано? У меня олень врезался. Ну что-то там The Rescue Racer. Трицтракер, индикатор. Я снес это ограждение, будь осторожен. Окей. Занесло жопу так, как у Женька не заносило. Че ты ржешь? Ой-ой-ой, дядя, тут даунхилл пошел. Я еду 130 уже, мне страшно. Но я не сбавляю. 170. Налево, да? Ты улетел вообще жестко, что ли? Я сейчас включу тутун. Тутун сейчас нас не остановят или нас не догонят. Тутун группа исполняет. Вот сейчас направо нам. Вот ты где-то чё? Здесь. Тун-тун. Да поехали направо. А, я не могу тронуться. Там дорога рядом. Блин, а какого черта нас это? Слышишь прикол, я тронуться не могу. Тут-тун. Вот газ в пол. Смотри, газ в пол, дядь. На первый. Не трогается. Нифига. Что делать? Я тебя буду цепать. Подожди, смотри, реально. Тут же, по-моему, дорога есть. Не знаю. Показывает сюда налево. Короче, там можно объехать. Если вниз проехать, можно объехать. Я или вижу, через... как медведь срёт. Поехали, короче, разворачивайся вниз, там сейчас объедем. Так куда? Да? У меня не едет передом. Вот. О, нифига, чуть не стукнул твой это. Смотри. Видишь, это все. Это... А задком, прикол. Задком едет? Не, ну взад-то, конечно, поедет. Взад, так поехали взад. Поехали. Со спуска, смотри. Шестой разгоняю со спуска. Пол так, просто. Вниз. И еще потом вниз. Налево два раза. Самый-самый низ. Аж вон от туда. У тебя щебенка мне в табло летит. Нормальное табло у тебя. Ох ты, блядь! Я аж испугался. Такой звук просто, будто мне тут эту дверь вынесли в квартире. Как будто Дэн выбил дверь. Ой, проехали. Налево. Так, и по-моему где-то еще да. Раз налево будет. А, да, я вижу. Вот сейчас. А, она перерисовала, да? Да, вот тут налево. Ух, как бурлит. Снес опять ограду чью-то. Я короля переехал. А тут лосось стоит аккуратней. О, помчал, собака. Меня погнал. Видел, да? А что если мы эту серию заснимем, как загнать лосося? Никак его не загонишь, не получается. Я пробовал. Ты слышал это? У меня двигатель отхлебнул. Можно сделать игру Лососин's Creed. Загони лосось. Слушай, ну вроде вот ходами я иду. Вроде. Короче, в поворотах у меня скорость падает, а по прямой растет. Когда поворачивает, газ, короче, не работает. Так, а
5 маршрут построился, еще километр 80 там ехать. 80? Километр 80 метров. А. Вот так. Или 800 метров. Наверное, 800. Ну ладно. Ну, говорил. Капец, где этот дед живет? Дед вообще пердет. Дед вообще молодец. Пердет. Дед пердет тут. Уехал, главное, говорит, привезите мне картошки, говорит, вот это. Белорусской. Белорусской картошки и по 40 грамм русской, русской горчицы, украинского и борща сала. И сала. И один бургер из Америки. Биг Мак меню. И плов узбек. Из Казахстана. Или узбекский. И шаурму эту турецкую. От бараки. От бараки. Блин, я не могу в гору выехать. Капец, а когда мне нам придется сворачивать в горы после дороги горной? Да вот скоро уже, он как бы мне предлагал тут напрямую проехать, а я ты понимаешь? Я же вторую лесу переехал. Я по им походу не смогу вообще в город ехать, у меня машина едет, подъёбы. Да на третьей еду, потому что скорость падает. Четвёртой много, а третьей мало. Я на второй кое-как иду. Все, кончилось маршрут. Кончил? Так. Да. О, а нам сейчас, короче, прямо, наискось. Я зря поехал туда, да? Короче, нам... О, там снег в горах. Осёсёчки. Куда? Вот так вот. Покэш, покэш. А я уже прокидал. Нормально. Слушай. Блин, а там вообще хребты горные. Хребет. Гордые сейчас. Хребты. Сейчас будет тебе хребет. Мне так. Уже хребет. А ты где? Я там по дороге еду. Куда по дороге? Тогда там уже закончился. По проложенной, нет. Как ты проложил, я так и еду. А, у тебя что-то проложено не так, как проложено. Сейчас мы тебе подорожник приложим. Не стоит. Ух, медведь выбежал, собака сутулая. Курдюк огромный. Курдюком своим светит. Же я тебя не вижу вообще, тут снег уже лежит. Снег слева, а я справа. Лосось тоже, смотри. Ты поэтому едешь? По продолу вот поэтому? Да, вот поэтому. По холм... А, не... вон ты где! Видишь меня? Подождайте. Да. Не, не надо. Давай. Не хочу. Я хочу, чтобы ты ждал меня. Жди меня полностью. Говоришь, не надо. Я сейчас догоню. Я вижу тебя. Давай. Я еду не очень быстро. А ну. Я думал, ты где-то сзади или сбоку от меня. А ты нифига ты пролетел там курдюком, только своим там этот просвистел и все. Светанул, просвистел. Слушай, тут жесткие эти каменюки лежат. И лососи бегают, огромные такие падлы. Здоровые собаки. О, там что, озеро у деда, что ли, есть? Он что, рыбак у нас? Он рыбовод. Братишка, братишка, там что, у деда рыбалка есть? А баня есть у него там? Русская баня. Мы почти приехали. Русская баба? Или что ты сказал, я не услышал. Русская баня. Так, тут аккуратно, тут эти стволы лежат огромные. Все, приехали! Баобаб какой-то. Дядька, там. Приехали, дядя. У него там на берегу воды там где-то этот шалаш стоит вроде бы. Тут шалашей столько, что ты в жизни столько не видел. Куда ему? Вот туда, куда-то ой, дальше. Ой, у меня капот разошелся с крылом. Главное, чтобы жопа не разошлась. Такое вполне может быть. Куда-то вот сюда. Ух ты, блин! Ёп. Это же твой дед, это мой сводный дед, так скажем. Сводный дед. Во. Оп. Капец ты заехал в это. Чё ты не сказал, что тут камни? А ты куда залетел на район? На район? Залетаем. Опачки. На район. Подъехал к этому. На крыльцо. А вон он сидит этот твой. Кто, дед с Иванычем. Молодо выглядит дед, я тебе скажу. Молодец вообще. Так это не дед, наверное, или дед? Дед. Это пердед, по-моему. Все. Ну, в общем, приехали к деду мы сюда рыбалить, париться в баньке и лазить в горы, естественно, за медведем курдюком. Поэтому, друзья, если вам понравилась эта РПшка, ставьте лайки, подписывайтесь на наши каналы, пишите комментарии и всем пока! Пока-пока, ребят!